Острая борьба на поле завязалась с самого начала игры. Владимирцы попытались открыть счет уже на 5-й минуте игры, но мяч отбил голкипер гостей. Обоюдные атаки продолжались на протяжении всего первого и большей половины второго тайма. Однако пробить не удавалось никому. Несколько опасных моментов создали и гости, однако на страже владимирских ворот всегда стоял голкипер Артем Ковешников. А ближе к концу игры красноярцы сели в оборону и не пускали торпедовцев к своим воротам. Итогом матча стала боевая ничья 0-0. Понравилось и качество за соперника, ничего не буду говорить. Считаю, что мы достаточно качественный матч провели, как в атаке, так и в обороне. Но распорядилось так, что ничья. Но это действительно первое набранное очко в новом чемпионате. Поэтому будем радоваться этому и двигаться дальше. Эта игра принесла черно-белой команде одно очко. Однако владимирцы все еще на последнем месте в турнирной таблице. Следующий матч им предстоит провести в эту субботу. 7 августа они сыграют с футбольным клубом «Чертаново» в спортивном городке стадиона «Лужники» в Москве. Встреча начнется в 17 часов.